Буквально на днях ей исполнилось 60, и наша героиня успела в этой жизни практически все. Она увела каждого своего мужа из семьи, родила сына, побывала депутатом Государственной Думы и даже смогла инициировать скандал с законотворческим проектом о семейно-бытовом насилии. Ей всю жизнь изменял муж, живя на две семьи. А зрители полюбили нашу героиню в качестве ведущей программы «Женские истории». Как сложилась личная жизнь Оксаны Пушкиной и почему закон бумеранга на самом деле существует?